Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Коцов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Администрация Джо Байдена подала апелляцию на постановление федерального судьи, запрещающее ряду федеральных агентств контактировать с компаниями-владельцами соцсетей для модерации контента на их платформах. Сенатор-республиканец Том Коттон потребовал от секретной службы информацию о найденном в Белом доме кокаине. А Дональд Трамп предположил, что кокаин мог быть предназначен действующему президенту Джо Байдену или его сыну Хантеру. ФБР запросило разрешение на обыск поместья Трампа Мара Лага летом 2022 года, в частности, из-за действий личного помощника политика Уолта Наута. Бывший вице-президент Майк Пенс допустил, что Соединенные Штаты могут оказаться в ситуации, когда им придется отправить войска для противостояния силам Владимира Путина. Соединенные Штаты должны завершить работу по уничтожению остатков химического оружия в ближайшие дни. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Материнская компания Facebook Meta запустила новый сервис Thread, который должен составить прямую конкуренцию компании Twitter. Поп-исполнитель Джастин Бибер потерял больше миллиона долларов на инвестициях в NFT. Звезда американского научно-фантастического сериала «Тайны Смолвилля» Элисон Мэк была досрочно освобождена из тюрьмы. Дамы и господа, эти эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней передаче. Администрация Джо Байдена в среду вечером подала апелляцию на постановление федерального судьи, запрещающее ряду федеральных агентств контактировать с компаниями-владельцами соцсетей для модерации контента на их платформах. И в среду днем пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что Министерство юстиции изучает возможные варианты дальнейших действий после вынесенного во вторник судебного запрета. Решение о запрете контактов было принято в ответ на иск, поданный генеральными прокурорами республиканцами от Луизианы и Миссури. Республиканские прокуроры в своем иске утверждали, что представители администрации заходят слишком далеко в своих попытках побудить социальные сети обратить внимание на сообщения, которые по мнению Белого дома содержатся в которых дезинформация в отношении таких тем, как безопасность вакцин или итоги выборов. Ну, совсем как в России. То, что не устраивает Кремль, это дезинформация. То же самое и здесь. Белый дом, если что-то не устраивает, нужно давить, к примеру, на Facebook, на Twitter чтобы там изменили информацию. Выски, поданные генеральными прокурорами республиканцами из Луизианы и Миссури, утверждается о, как сказано, систематической и планомерной кампании государственных чиновников по контролю за высказываниями в социальных сетях. Ну, я напомню, что судья из Луизианы запретил должностным лицам администрации президента Байдена и федеральным ведомствам встречаться и коммуницировать с компаниями, владеющими социальными сетями для модерации их контента. Запрет вынесен в связи с иском, которые подали генпрокуроры республиканца Луизианы и Миссури. Об этом сообщает Wall Street Journal. Первый о вынесении судебного запрета во вторник, 4 июля, сообщила Вашингтон-Пост. Иск первоначально был подан бывшим генеральным прокурором Миссури Эриком Шмидтом и генеральным прокурором Луизианы Джеффом Лендри. Шмидт, который был избран в Сенат в ноябре 2022 года, в своем аккаунте Твиттер приветствовал судебный запрет и назвал это решение судьи «победой свободы слова». Другой истец, генпрокурор Луизианы Джефф Лендри, сказал, что решение суда запретит администрации Байдена, я цитирую, «подвергать цензуре основные политические высказывания простых американцев. Доказательства по нашему делу шокируют и оскорбительны. Высокопоставленные федеральные чиновники решили, что они могут диктовать, что американцы могут и не могут говорить в Facebook, Twitter, YouTube и других платформах о COVID-19, о выборах, о критике правительства и многом другом, заявил Лендри. Прокуроры республиканцев в своем иске утверждали, что правительственные чиновники зашли слишком далеко в попытках давления на компании социальных сетей, чтобы запретить вот публикации по поводам, как я уже сказал, например, вакцинации от COVID-19, вмешательство в выборы или требования ношения масок во время пандемии. Администрация Байдена поощряла разросшееся, как сказано, как сказано в Wall Street Journal, федеральное цензурное предприятие, федеральное цензурное предприятие. В своей их усилиях искоренить то, что она рассматривала как безудержную дезинформацию, циркулирующую в социальных сетях, отмечает газета. Судья Терри Даути в 155-страничном постановлении пришел к выводу, что действия чиновников администрации Байдена по контролю за публикациями в социальных сетях, вероятно, нарушили первую поправку Конституции США, запрещающую ограничивать в том числе свободу слова и печати. Постановление говорится, что правительственные учреждения, такие как Министерство здравоохранения и социальных служб и ФБР, Федеральное бюро расследований, не могут общаться с компаниями, работающими в социальных сетях, с, как сказано, с целью побуждения, поощрения, давления или побуждения каким-либо образом удалять, пресекать или сокращать контент, содержащий защищенную свободу слова. В указе в связи с ограничениями поименно названы официальные лица, в том числе министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и глава агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Джен Истерли. Судья Терри Даути в постановлении сделал некоторые исключения для общения между правительственными чиновниками и компаниями соцсетей, в частности для предупреждения о рисках для национальной безопасности. Но ну, а представитель Белого дома заявил, что Министерство юстиции рассматривает судебный запрет и оценит варианты его обжалования. Представитель Минюста отказался комментировать это решение. В кратком отзыве, ранее поданном в суд, министерство опровергло утверждение ИСОФ и заявило, что федеральное правительство предприняло необходимые и ответственные действия для борьбы с пандемией и попытками иностранного вмешательства в выборы. По словам адвокатов, участвующих в деле, никогда ранее федеральный судья не устанавливал таких широких ограничений на то, как федеральное правительство может общаться с онлайн-платформами, но я от себя добавлю, ведь никогда ранее администрация США так нагло не влезала с цензурными требованиями в информационное поле американских СМИ. Некоторые ученые-юристы скептически относятся к тому, что правительство может быть привлечено к ответственности за решение о модерации контента, в конечном счете принимаемые частными компаниями. Представленные на данный момент доказательства изображают почти антиутопический сценарий, написал Даути в своем постановлении. Он добавил, что правительство Соединенных Штатов, цитирую, «похоже взяло на себя роль Подобную Оруэлловскому министерству правды из э, романа Оруэлла 1984. По его словам, по словам Даути-Судьи, ИСы представили существенные доказательства в поддержку своих утверждений о том, что они стали жертвами далеко идущей и широко распространенной кампании цензуры. Она, по оценке судьи, была нацелена почти исключительно на консервативные взгляды. То есть демократы взялись за дело вместе с леволибералами, хотя это довольно часто одно и то же, как мы видим. Другие суды отклонили аналогичные иски, пишет Wall Street Journal. Ну а судья Даути разрешил и сам собрать дополнительные доказательства, такие как переписка по электронной почте между чиновниками Белого дома и компаниями социальных сетей. Даути отметил, что его решение не является полным запретом на общение правительства социальных сетями по его словам ничто в его приказе не запрещает федеральным органам власти выступать с допустимыми публичными заявлениями пропагандирующими государственную политику или взгляды по вопросам представляющим общественный интерес напомню кстати недавно верховный суд сша постановил что бизнес имеет право отказывать в обслуживании на основании сексуальной ориентации это такой консервативный взгляд и защита в данном случае э, в суде консерваторов также суд запрещает запретил расовую позитивную дискриминацию при приеме в колледжи и вузы у нас в Соединенных Штатах, о чем мы подробно договорили. Но еще одно действие. Судьи Верховного суда вынесли решение по защите заемщиков студенческих кредитов против Байдена, поддержав шесть консервативно настроенных штатов, возражавших против этой политики. Ну вот в последнее время такие решения принимает Верховный суд. Решение суда, напомню, повлияет на списание долгов 26 миллионов американцев, обратившихся за помощью с августа 2022 года, когда план был объявлен. Консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс, к которому присоединились остальные консервативные Консервативные члены суда написал постановление при несогласии трех либеральных членов суда. Источник в Белом доме сообщил агентству Рейтерс, что в связи с этим решением Байден планирует объявить о новых мерах по защите заемщиков студенческих кредитов. Штаты Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска и Южная Каролина оспорили решение Байдена о списании долгов. План Байдена соответствует его предвыборному обещанию списать часть долга по федеральным студенческим кредитам в размере 1 триллиона 600 миллиардов долларов. Вообще в <соспорщик> предвыборной кампании 2020 года этот план выступал, показывали так, как будто уже по нему принято решение, решение в Конгрессе. И масса людей, обманываясь этим, они голосовали в 2020 году за Байдена, поскольку их дети или они сами рассчитывали на списание студенческого долга. План раскритиковали республиканцы, обвинив Байдена в превышении полномочий и предоставлении несправедливой льготы для заемщиков с высшим образованием, в то время как другие заемщики не смогут получать таких субсидий. Сенатор-республиканец Том Коттон потребовал от секретной службы информацию о найденном в Белом доме кокаине. Коттон в письме директору секретной службы Кимберли Читл призвал быстро, как было сказано, обнародовать информацию о том, где именно в комплексе Белого дома было обнаружено вещество. Американский народ заслуживает того, чтобы знать, были ли обнаружены запрещенные наркотики в районе, где осуществляется обмен конфиденциальной информацией, написал Коттон. Республиканец запросил полный список людей, которые не проходят полную проверку безопасности в Белом доме и информацию о том, как часто секретная служба сталкивалась с незаконными наркотиками в комплексе Белого дома за последние пять лет. Также Коттон поинтересовался, будет ли секретная служба использовать свои возможности для установления личности подозреваемого. В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что контролируемый республиканцами комитет по надзору запросит у секретной службы информацию по найденному в Белом доме кокаину. Цитируя, мы республиканцы по надзору собираемся спросить секретную службу о кокаине, найденном в Белом доме, написала она в Твиттере. Тейлор Грин отметила, что также хотела бы знать, могут ли сотрудники администрации Белого дома, а также Хантер Байден, сын президента США, пройти тест на наркотики. И какой список лекарств или наркотических препаратов принимает Джо Байден, президент США, спросила республиканка. Ну, по информации секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета. Часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Субстанцию отправили на экспертизу, которая однозначно подтвердила, что это кокаин. Но пока неизвестно, как именно кокаин попал в Белый дом проводится расследование. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду отметила, что порошок был найден, как она сказала, в оживленном месте Белого дома, доступном для посетителей. Ну, такое впечатление, что речь идет о каком-то торговом центре, где масса посетителей, доступен ему вот какой-то участок, и туда они приходят, видимо, не только с кокаином. Президент Джо Байден во время инцидента отсутствовал. Еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. В 2014 году сын Джо Байдена, Хантер Байден, Напомню, был исключен из резерва военно-морских сил США за употребление наркотиков. По ее данным, летом 2013 года сын вице-президента, планировавший работать в пресс-службе военно-морских сил, прошел тест на употребление наркотиков, который дал положительный результат на кокаин. В американских СМИ неоднократно появлялась информация о связях Хантера Байдена с наркотиками, прежде всего с кокаином. Ну и бывший президент Дональд Трамп предположил, что обнаруженный в Белом доме кокаин мог быть предназначен действующему американскому президенту Байдену или его сыну Хантеру. Цитирую, неужели кто-то действительно верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин очень близко к Ковальному кабинету, предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена, написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его мнению, вскоре фейковые СМИ, как он их называет, начнут заявлять, что кокаина было очень мало. И что найденный порошок на самом деле обычный аспирин, как пишет Трамп, и вся история сведется к нулю. Где записи с камер наблюдения Белого дома, которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме, они уже знают ответ, но им, вероятно, ответ не нравится, так заявил бывший президент Трамп. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в программу.